В этом году хорошая вишня. Крупная, спелая. Мы из нее сделаем вареники из вишни. Сейчас только соберем маленько. Сейчас мы ягодки переберем, косточки уберем. И будем делать вареник с вишней. На браконе, не густо. Ее нельзя тележку в общую. Мы ее выкинем. Ой, тут все бракон. Все же невозможно. Так, ну все. В принципе, мы набрали. Чешню для вареников. Я думаю, этого хватит. В принципе, можно приступать. Вода закипела. Он уже брошен. Хватит. А с кем будешь доживать, милый мой миленький? А с кем будешь доживать, голубь? Мы уже готовы, можно уже доставать. Разваривать нельзя. А с кумой, моя чернобрывая. Каково? Представьте. Ну, конечно, пренепременно добавить маслица сливочного. Вот так вот. Ну, тут уже на вкус и цвет. Ну, в принципе, все готово. Масло разошлось, вареники готовы. Можно их пробовать. Запах обалденный. Некоторые запят сахаром сверху. Но мне это сахар. Это класс. И вам желаю.